Традиционную августовскую конференцию столичных педагогов традиционной не назовешь. Образовательный салон, именно так окрестили ее организаторы, собрал под свои гиды лучшие инновационные методики в сфере образования и воспитания. Толя сосредоточен. Его задача – собрать обезьянку-барабанщицу. Совсем скоро основам робототехники будут учить ребят в 201-м детском саду. А вот в 59-й школе на помощь при изучении физики, химии и биологии придут 3D-технологии. На этом салоне представлено более 30 площадок. Каждое образовательное учреждение Чебоксар предлагает свои инновационные методики образовательного процесса. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что представлено на вашей площадке? Здравствуйте. Сегодня мы показываем инновации. Инновация в том, что мы не просто учим детей рисовать и изобразительному искусству, а используем разные техники и технологии. Пластилин – это очень податливый, приятный материал. Моторика мелкая развивается благодаря вот этой технике. Сразу и вкус, и моторика мелкая, и настроение – все в этой технологии. Вообще, инновации – это основной лейтмотив нынешней конференции. Современные технологии уже давно неотъемлемая часть учебного процесса. Детский технопарк «Кванториум» – яркий тому пример. И еще одно звено в сетевом взаимодействии. Августовское совещание – это площадка, где подводят итоги прошедшего учебного года. Это место, где делятся опытом и узнают о новых методиках преподавания. А еще на педсовете ставят задачи на год грядущий. Вектор, он обозначен, и основной упор должен был быть сделан именно на технические науки. И именно техническое творчество, технические науки – это одно из приоритетных направлений у нас в детских садах и школах, которое будет в 2017-2018 учебном году. Та интеграция, которая обозначена сегодня на августовской конференции, она будет проходить в течение всего учебного года. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.